какое-нибудь потрясающее поздравление для мамы. Привет, иди сюда скорее. Как тебя зовут? Арина. Арина, скажи, пожалуйста, ты уже маму поздравляла? Да. А еще поздравишь, может быть, не только маму, а всех-всех-всех женщин на этой планете. Поздравишь? Да. Поздравляю с 8 марта всех женщин на этой планете. Желаю всем здоровья, счастья и радости. Ой, как здорово! Слышали? Все женщины на этой планете. Наша прекрасная принцесса вот такое пожелание для вас пожелала. Ну что ж, а я иду еще прекрасному, прекрасному зверечку. Скажите, вы кто сегодня? Бобер или лисичка? Норка. Норка ходячая, представляете, это норка. Итак, а вы хотите поздравить кого-нибудь? Маму, бабушку, девчонок, вот, морковок? Конечно, хочу. Всех поздравляю прекрасных девочек, девушек, женщин, барышень, бабушек. Счастья вам, солнечных таких прекрасных деньков, улыбок и удачи. Ой, здорово, давайте не только похлопаем, но и громко потопаем. Согреем ножки, еще и ручки. А еще такую шалость сделаем, чтобы соседи наши не мерзли. Пощекотать скорее бегом. Ребята, я смотрю, да, смотрю, что вас уже побольше стало. Подходите ко мне сюда скорее все. Мальчишки, девчонки, подбегайте ко мне скорее. Бегом, бегом, бегом. Что-то снежные шашки у вас совсем маленькие. Давайте вот так вот протренируемся. Большой снежный шаг сделаем. Большой снежный шаг. А норка, что тут еще одна стоит? Давай. Большой снежный шаг. Снежный шаг. Ах, молодцы. Что ты замер? Пойдем, снежные шашки. Раз, и два. И раз, и два. А сейчас, кто меня поймает, тот получит сюрприз. Побежали! А еще кто поймает? Позовем и будем с ними веселиться. Давайте. Тогда идите сюда. Что же вы там стоите? Замерли, как сосульки. Итак, друзья, узнали ли вы меня? Кто я? Кай! Здорово! Но, к сожалению, я совершенно не знаю, как вас зовут. Давайте на счет три скажем, как вас зовут. Только так громко, чтобы вот там вот соседи наши из далекого-далекого государства услышали. Готовы? Только кричу все громко и одновременно вместе. Итак, раз, два, три, свое имя назови. Ага. Я услышала только Марусю, а вот этих норок вообще не услышала. Итак, лисички, все-все-все громко, все одновременно. Хорошо? Итак, раз, два, три, свое имя назови! Ой, я все услышала, все узнала. Вот взрослые немножко стесняются, а вас, малыши, я всех узнала. А тебя зовут Морковка, тебя зовут Клубничка, тебя зовут Цветочек, тебя Мандаринка, тебя Персик, а тебя Сосиска, а тебя Котлетка. Нет, неправильно! Неправильно! Ой, ну тогда кричите погромче, чтобы я услышала. А я ушку даже подниму вот так вот. Три, два, один, свое имя назови! Ой, все узнала, все распознала. Тебя зовут Максим, тебя зовут Коля, тебя Наташа, тебя Марина, тебя Маша, тебя Саша, а тебя Константин. А тебя, что же там делаешь? Иди сюда.
Что ж там, как кустик сидишь? Иди сюда, правильно я узнала ваши имена или нет? Нет! Вот это беда! Вот это беда! Что ж делать? Наверное, уши отморозила. Тогда становитесь скорее большой кружочек, у меня есть идея. Иди сюда! Что ж там, как сугроб съел? Ты Никита! Молодцы! Итак, ребята, у меня есть такая шальная идея. Сейчас будет звучать музыка громко-прегромко. Я буду в центр и станцую что-нибудь такое зажигательное и теплое. А потом скажу, меня зовут Скай, я молодец. А ты молодец, и будем меняться местами. Ты будешь показывать движение, а мы за тобой все будем повторять. И даже ходячая норка вот тут вот в шапочке. И вот эта норочка, хорошо? Договорились? Ну тогда диджей нам музыку, а вы повторяйте все за мной. Все-все-все, взрослые, поехали! Мы тут друзей искали.
Мне кажется, что вот эта норочка соскучилась по нам. И сейчас мы будем повторять движение за вот этой норочкой. Идите сюда. А то вы там замерзли, наверное, совсем. Заскучали? Итак, повторяем так, как будет норочка нам показывать движение. Поехали, не стесняйтесь. А вы повторяйте за нами. Ну, у меня есть такой вопрос. У меня есть большущий вопрос-секрет. Идите сюда поближе. Подойдите сюда поближе. Взрослые, не послушайте. Закрывайте свои бананы. Ушки бананами. Итак, ребята, вы готовы отправиться в мою страну волшебства? Готовы? Точно? Кто готов, скажите «Я!» Отлично! А вы смелые? Вот туда, в паровозе. Ребята, скажите, а в паровозе как стучат колесами? Наверное, бур-бур-бур или хрю-хрю-хрю. Чух-чух-чух. Ну что ж, друзья, тогда приготовили рычаг один. Второй ручкой держимся за соседа. И поехали! Всем скажи. Шейка, хватайте. Всем нужно поймать за коленочки. Всем. За коленочки ловим. Ой, я бегу сюда. И вас ловлю. Кто тут хрупкает? Опа. И вас ловлю. Ой, ребята. Раз, два, три. Паровоз, становись.
паровозик, паровозик. Паровозик. Отправимся дальше. Да, поехали! Чуку-ч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 у
надо мне за ручку браться, не надо. Итак, что-то тут пропасть. Ребята, сейчас мы будем с вами передавать под музыку. И как только музыка остановится на ком-то из вас, тот будет выходить в центр, вот прямо сюда. Медведь, ты что, с луны свалился? Или еще не проснулся? Итак, будешь выходить прямо сюда. Нет, нельзя. Поехали, передаем под музыку. Бомбочку передаем под музыку, под громкую музыку. Поехали. Отрывать нельзя. Ты что делаешь? Мы же договорились. Передаем, передаем. Передаем из ручки в ручки. Опа, я, спасибо. Еще. Нельзя. Договорились? Иначе игра у нас не получится. Папа, просто как ответственный медвежонок. Возьмите его за ручку. Поехали. Передаем из ручек в ручку. А музыка когда-нибудь остановится? Спасибо. Выходи в центр и показывай нам движение. Да. Поехали, снеговик, показывай. Тогда ты. Хорошо? Поехали! Музыка звучит. А сейчас ты, снеговик, показывай нам брейк-данс для всех, а мы за тобой повторяем. Поехали! Стесняшка! Тогда повторяем за мной! Опа! А сейчас, друзья, у меня я кое-что забыла сказать. Кто будет выполнять все задания, тот получит сладкий приз вот такого огромного размера. Кто готов к сладким призам? Итак, тогда станцуй нам брейк-данс для всех. Мы будем повторять. Поехали. Здорово! Вот это я не ожидала. Красавчик! Как же тебя зовут? Ваня. Ваня, меня тоже Саша. Итак, перестаем по кнопочку дальше. Спасибо огромное! Итак, передаем! Передаем бомбочку с... Ой, ну это судьба, огуречек. Выходи. Это просто судьба. Танцуем! Ну что, скажите, пожалуйста, любите вы ли, знаете ли вы все цвета на свете? Даже зимой, когда все белым-бело, сможете распознать все цвета здесь? О, тогда очень легко я вас проверю. Итак, звучит снова музыка, а мы танцуем. И даже вы танцуете, когда я скажу цвет. Допустим, оранжевый. Мы находим оранжевый. Касаемся ковырятельным пальчиком. Вот так вот. И будем хохотать громко. А как мы умеем хохотать? Давайте показываю.
вместе. Смотрите, это у нас главный хохотун. Покажите, как нужно хохотать. Ой, вот это да. Давайте все вместе так же, как хохотун хохотать. Вот это уже другое дело. А где у вас ковылятельный палец? Спасибо, хохотунчик. Поехали танцевать! Все танцуем! Как печально.
всех сложите. Иди сюда. Ручку мне на лапку. И скажем раз, два, три, мы большие молодцы. Раз, два, три, мы большие молодцы. Ребята, ну а пока что я вам кое-что интересное приготовила. Замерли в позе снежинки вот так вот. И считаем ровно до восьми, только медленно. Громко-громко, чтобы я слышала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я выхожу к вам поближе. Молодцы, забираем еще позу снежиночки. Мне нужен самый главный помощник. Ты будешь играть или будешь мне помогать? Помогать. Точно уверен? Нет. Только на камень, ножницы, бумага. Давайте, кто? Камень, ножницы, бумага. Ты уехал. Опа. Ты проиграл, а ты выиграл. Да. Поэтому идите все сюда за мною. Становитесь мне за хвостиком. Все построили за хвостиком? Все дружно за хвостиком. Вот сюда, в паровозик. Паровозик, молодцы. Да. Итак, друзья, я сейчас буду объяснять правила. Кто знает? Заморозились. Ребята, как называются такие вот снежинки, которые капают? Нет, это ледяные снежинки. Сосульки. Сосульки. Это сосульки, ребята. Ребята, сейчас мы будем проходить через капающие сосульки. Ваша задача будет их не трогать. Вообще ни в коем случае не трогать руками, носом, глазами, языком нельзя. А проходить так, чтобы не заделись. Так, дорогая мама или папа, кто есть вот этого малыша? Чей он? Проконтролируйте, чтобы у меня хвост на месте остался в конце праздника, пожалуйста. Ребята, и только, правда, не дергаем, потому что сосульки у нас ледяные, мокрые, прохладные. Ты будешь играть? Сначала сосульки будут высоко-высоко, и каждый раз будут они ниже, ниже, ниже падать. Подержи, пока что молодец. А как мы будем проходить? Вот таким образом. И вокруг опекаем и возвращаемся в наш паровозик. Договорились? Только у нас сосульки не падают. Руками мы их ни в коем случае не берем, не срываем, не кушаем, не кусаем, а проходим. Помощники, что-то вы хилые помощники. Мама, папа. Идите к нам скорее, все вместе. Идите сюда. Давайте, держите. А мама или папа вот этого короля нашего праздника? Давайте вместе проходить. Пойдемте вместе танцевать. Поехали! Приходим сюда все вместе. И отбегаем за мной. За мной, за мной. Поехали. Сюда. Давай, красотка, туда. А у нас сосульки будет понемножку опускаться. Скорее! Ой, молодцы! Ну, а кто изящнее всего пройдет, тот получит сладкий приз. Давай ручку на ножки, прыг-скок. Поехали, поехали! Что-то вы очень быстро опускаете сосульки. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Пойдем под сосульками. И сосульки опускаются все ниже. А этот зверенок, мне кажется, скоро замерзнет от сосулек. Ой, молодцы! А можно поогромнее?
громче музыку. Спасибо. Проходим, проходим. Что же мы стоим? Идем еще, еще, еще. Кто самый смелый, самый гибкий? В эту сторону. Вы потеряли сторону. Вот в эту сторону надо идти, ребята. Вот туда. Вокруг сюда бегаем. Ты же попадаешь. Дорогие друзья, ну а пока у нас волшебный гномик раздает вкуснейший тортик весенний в честь 8 марта. Я поздравляю всех мам, всех бабушек, всех девочек, всех прекрасных принцесс и королев с прекрасным весенним праздником 8 марта. И напоминаю, что сегодня здесь, в парке Долгопрудный, фестиваль. Выходи гулять, народ! И хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые сегодня с нами танцевали, веселились. Но вы не расходитесь, веселье у нас еще не заканчивается, они только начинаются. С праздником 8 марта, ребята! Самый главный приз для гнома. Ты самый-самый большой молодец был. Ты счастлив? Да. Тогда поздравления всем мамам скажи. Я хочу пожелать любимой маме счастья, здоровья и любви. Молодец! Обнимай мамочку скорее! Ну а также и всем остальным мамочкам счастья, здоровья и большой прекрасной любви. И я хочу еще напомнить, что у нас в стране гномов
Есть развивающие занятия от 1 года, мастер-классы для дошкольников и мам. Также проводим дни рождения. Отдельный диско-зал существует у нас. Лабиринт, бесплатная песочница и кинетический песок в зоне в кафе. Также профессиональная кухня, банкеты, пицца под контролем итальянского куратора. Также детское меню работает. Страна гномов каждый день с 10:00 до 20:00. Кто был? Вам понравилось? Да! Супер! Да! Приглашайте других ребят! Да! Тогда приходите, раз маленькие гномики вас зовут в страну гномов! С 8 марта, дорогие друзья! С прекрасным весенним солнечным днем! Выходи гулять, народ! Парк Долгопрудный! Так, друзья, а с нами был детский центр «Страна гномов». Аплодисменты ваши самые бурные. Это наши очень хорошие, очень близкие друзья. Спасибо им, что они нам помогают. Еще раз с Международным женским днем, всю прекрасную половину. Еще раз аплодисменты. И пользуясь случаем, я хочу всех пригласить 11 числа в Центральный парк. В 4 часа состоится наша традиционная детская развлекательная программа. Будем также играть, веселиться, будет много всего хорошего. С праздничком! Ваши аплодисменты! Спасибо! Спасибо! В 4 часа начала в Центральный парк у малой сцены. Аплодисменты еще, ребята, шума больше! Спасибо, с праздничком! Праздничком счастья и здоровья!